откроют, я не знаю, интернет-книги и прочтут про Жванецкого. Никогда не был ни русофобом, ни угрофобом. Он пытался выжить между двух стран, потому что в Одессе он родился, в Москве он работал. На Украине его прогнали, он прибежал в Ростов. В Питере его прогнали, он приехал в Ростов. Может быть, поэтому памятник Ростове. На самом деле он здесь проводил концерты, и он говорил, мне в Одессе публика нравится, но она все про меня знает. Я не могу там выступать. То есть все хорошо, но Ростов лучшая публика в мире. Кто понимает юмор, то не приходит с такими речами сюда. Никогда, ничего. А вообще, если, ну так до конца быть правдой, он еврей. И в принципе он писал с еврейским акцентом, с одесским и с еврейским акцентом. Но считал себя до конца русским. Ничего тут не сделаешь. Такая страна была.